Самая крупная победа крыльев Советов за всю историю розыгрышей Кубка России. Накануне самарцы на своем поле разгромили омский Иртыш. Волжане отличились уже на второй минуте. Егор Галенков забил головой после подачи углового. Еще через несколько минут защитник гостей Александр Крикуненко срезал мяч в собственные ворота. Под занавес первого тайма подопечные Игоря Осенькина довели счет до крупного. Дмитрий Кабутов расстрелял ворота гостей с близкого расстояния. После перерыва первый гол за крылья забил нападающий Иван Сергеев, а Александр Солдатенков установил окончательный счет на табло на 90-й минуте встречи. Волжане победили 5-0 и пробились в элитный групповой раунд Кубка России. Игорь Осенькин остался доволен результатом. Мы забили быстрый гол. Вот отсюда мы дальше уже контролировали игру, доминировали. Вот. И, наверное, счет по делу. По словам автора первого гола, футболисты «Крыльев» вышли на игру с запредельным настроем. Хотели реабилитироваться перед болельщиками за поражение в матче с Оренбургом. Те, кто мало играл, был запредельный настрой, чтобы доказать, ведь у нас каждый имеет право, ну, играть в стартом составе, и вот мы выходили, и каждый бился, чтобы заслужить это право. Сегодня достаточно хорошо сложилась для нас эта игра, мяч ходил очень быстро, соперники не успевали за нами перебегать, где-то закрывать зоны, и у нас получалось скрывать эти зоны и оттуда уже обострять. Следующую игру «Крылья Советов» проведут 30 августа в Красноярске. Они померятся силами с Енисеем. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. Анатолий Головко, «События».